Deloitte будет проверять подлинность сертификатов суден, основываясь на технологии блокчейн. Согласно CoinDesk, Deloitte, который сотрудничает с базирующимся в Норвегии международным сертификационным и классификационным обществом DNVGL, подтверждает, что судно и морские сооружения соответствуют приемлемым стандартам безопасности и воздействия на окружающую среду. Но сертификаты, которые они выдают, могут быть подделаны, что потенциально подрывает доверие к системе. Поэтому компании объявили о создании цифрового ID каждого сертификата, который будет храниться на приватном блокчейне. Такой дигитализированный подход, по мнению управляющих компаниями, должен препятствовать мошенничеству и подделке сертификатов. Помимо этого, такие инновации должны упростить потребителям проверку подлинности сертификата. Отметим, что официальное решение компания приняла 23 сентября, а в настоящее время на ее приватном блокчейне находится 90 000 сертификатов.